Друзья, впервые в истории мы замутили для вас большую презентацию формы, потому что этот новый цвет, он для нас безумно важен, мы правда его выбирали, нам он очень нравится, мы надеемся, что вам тоже, поэтому давайте попробуем набрать под этим выпуском столько же лайков, сколько и прошлый ролик, потому что мы наконец-то, благодаря вашему активу, попали в тренды. И если под этим выпуском мы набираем 80 тысяч пальцев вверх так же оперативно, то мы сразу же выпускаем новый видос, не дожидаясь прямой трансляции, которая будет во вторник в 19:30. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман, и сегодня мы презентуем новую форму Амкала. Во всех соцсетях уже вышли анимации, всякие перебивки, и вполне вероятно, вы уже заметили, какого цвета будет эта форма. Но сегодня мы вам покажем то, как снимали эти презентации. Самое главное, пока мы не перешли к форме, во вторник мы смотрим прямую трансляцию на этом канале матча Амкал против Матч ТВ. 19:30, включайте трансляцию, прямой эфир. Мы постарались очень хорошо подготовить все, поэтому брали такую большую паузу, не пропустите. Все по новой. Где вот это? Это что за скилл? Это скам. Приветствую, всем привет. Раз 10 только. Для отдельных персонажей из Амкала мы решили сделать свой личный фотосет. Например, Андрей Сипскана у нас ассоциируется с салатовым хищником, поэтому он был вместе со змеей. Впервые в жизни, когда в человеке яда больше, чем в животном. Почему ты отказался фоткаться? Потому что я боюсь, ты дебил. Чуть не упал, когда ее выносили рядом со мной. Она была где-то метрах в трех. Я сделал два шага назад, чуть не споткнулся и не сломался. Очень страшно. Очень. Миша Прокоп недавно сменил свой цвет формы, соответственно, так же, как это делают хамелеоны или другие ящерицы, поэтому ему досталась чисто такая салатовая игуана. Ничего лучше не видел за сегодня. Пацаны, это не фото. Хорошо. Соси, долбоёб. Еще прям ниже, прям наклоняйтесь, да, вот, вообще заебись. Это приютили, хорошая перебивка. Я единственный, кто умею жонглировать, поэтому я с яблоками. Витя Блатов у нас фантастически ест эти яблоки, поэтому тут тоже все логично. Ну и переход в новую студию был на Майка, который принимал ванну вместе с лаймом и зелеными яблоками. Ну здесь, конечно, акцент именно на такой кислотно-салатовый цвет. Первый кадр, это где он сидит вот так. У него майка над, ну, футболку, в смысле, выше уровня вот этого засыпания. Второй кадр, потом мы его переодеваем на футболку без нанесения, потому что мало ли мы изговняем. И мы пробуем запустить коптер, чтобы сверху, ну, вот этот пролет, чтобы вот он лежит, типа, во всей этой. И мы еще накидаем ему открытого лайма, типа, о, ой. Крапли в бровь сбрил. Покажи. Бля, как он идеально поролся под этот вот. Вот так, да, его завариваем? Вот так, а еще? Да. Есть еще. Там, да, даже зеленый, по-моему, был, нет? Да. И тогда у нас получается... А есть еще кто-то, кто был? Да. Сразу же показывает. Вот этот был еще. Я к себе сыну. Ну, не, подожди, может быть тупой. Почему? Мы можем его показать. Нет, давай. I got a bad feeling about this. Вот так. Зато запах будет вкусный. Вот такой, ребята, у нас. Лаймовый день сегодня. Вот так вот один лайм взять половинку и просто на вытянутую руку вот сюда его сок выдавить. На фоне, ну типа в крупнике этого. Может быть, да. Если вы хотите пить текилу, пейте с майком. Получается. А вы реально текилу хотите пить? А? Хотите текилу? Не, большая, должна большая рюмка текилы.
Ксения Левшук и Денчик Фомастеров у нас попали в Чайнатаун, такой китайский район, где всякие иероглифы светятся, неон, и поэтому там много зеленого салатового цвета. Не так жестко флексим, а больше типа по статике пройтись. Вот, чтобы типа к вам камера подлетает. Наверное, Вася позвать, чтобы он пофоткал. А? И Вася, наверное, и Вася, да, давай позовем, чтобы он пофоткал обязательно. Да. Мы потом тебе наложим вот это, нравится долбиться в задницу, вот так. Смотри, не как будто тебя током захуярило, а ты типа на байбово, как будто ты начинаешь вот, ну, типа, более клипово, более... У него ветки, блядь, просто. Эдвард, руки ветки. Это ужас. Во, вытягивайся на меня прям, во. Не забывайте, что нас поддерживают наши друзья из PhoneBet. У них в приложении вы найдете бесплатные трансляции матчей, а также в закрепленном комментарии по ссылочке можно перейти и получить приятный бонус, если использовать промокод нашего канала. Кстати, крутая тема. Мы реально заколлабились с PhoneBet и сделали крутой номер. Никто никогда в жизни вообще из команд не делал такую штуку. Ну, по крайней мере, я не нашел на просторах интернета этого. И теперь посмотрите, как выглядит наш номер. Он стилизован под наших корешей. Зеленого салатового цвета и начинают какие-то небольшие отсылки к оранжевому, и возможно кто-то из вас не поймет почему, но тут же мы отправляемся на последний фотосет с Феди Масловым, который представляет вратарскую форму, и она, естественно, у нас оранжевого цвета. Ну, Фидос, естественно, это и есть Фидос, я думаю, что это просто можно лайвом оставлять всю фотосессию, потому что вы прям поугараете над ней стопудово. Хочешь охренеть? У него на ощупь идеально. Это пиздец. Саш! Меня впервые так побрили. Саш! Нет, сзади, сзади, сзади. Вау. Иди сюда срочно! Я просто в ахуе, чувак. Я... Мне самому, мне такое ощущение... Потрогай зад. Ну, короче, я чувствую себя очень странно. Мне никогда так не брили. Потрогай его затылок. Потрогай. Да, как вот здесь побрили меня, потрогай. Как попка. Это жесть, да, вообще? Это попа младенца. Правда, как попка. Бля, просто жесть. Мы зарастаем спонсорами со всех сторон. Каждому игроку Амкала было разрешено нанести что-то на рукав, если бы они оперативно написали. Ты мне ничего не писал. Я, блядь, причем хотел, и так и, блядь. А твой друг, смотри, что сделал. Бля, красавчик. Это очень круто. Это круто. Это прям Маменыч, молодец. Ну, хоть что-то, да, Фоня? Я делаю это. Сразу запрыгивай. Ты что, нормально? Блядь, травма! Травма! Не едет никуда! Мне прям больно стало. Мне прям очень больно стало. Еще раз повторим. Закрепим! Блядь, травма! Знаешь, в последний момент ты должен был выбить у меня стул. Ну, блядь, это жестко. Бля, сейчас вся форма будет грязная еще до первого матча. И там с камерой видишь. Ну это смешно. А это, блядь, не то, чтобы мне голым просто сидеть. Ну что, у нас на самом деле было много вариантов формы, которые мы рассматривали, и да, мы уже подписали новый контракт с Adidas, который будет действовать на 2022 год, и соответственно у нас за 2022 год планируется еще как минимум два выхода новых форм, но это будет только весной, летом под МКС. Сейчас же мы будем играть в черно-салатовой истории, и для нас это максимальное обозначение свежести, фреш, новой эры, которую мы так давно хотели начать. Если бы мы не объявили о трансфере ранее, да, там через игру, то была идея, чтобы вообще молчать до последнего
и, короче, взять в аренду салатовую машину, чтобы, типа, я сидел за рулем, вот так посмотрел в зеркало, и в последнем кадре в зеркале отобразился, что Прокоп в нашей форме сидит. И вот таким образом, да, представить Мишу. Но случилось, как случилось, в первую очередь потому, что мы не смогли найти салатовую крутую тачку. Ну, то есть, я знаю, что есть там у Гуди салатовая тачка, а палить в Инстаграме, писать всем, что, типа, чуваки, у кого есть салатовая машина? Мы не стали, чтобы не спалить цвет формы. Соответственно, машина не нашлась, были только темно-зеленые, да, у нас, по-моему, мы находили. Что под наш цвет формы подходит идеально? Mountain Dew, come on. Чуваки, выходите на нас, мы будем сотрудничать. Это наш теперь цвет. Очень надеюсь, что вы, наши болельщики и зрители, примете этот цвет, и мы теперь с вами везде будем оставлять сердечки черно-салатовые. Вот. Нам будет очень приятно, и надеюсь, что этот цвет вам заходит. Несколько дней съемки и вот подготовки закончились, теперь все дело за нашими монтажерами. И все, последние кадры, видос на фотосессии. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось, и пишите комментарии, как вам новая форма. На этом на сегодня все, увидимся в ближайшем матче, который будет во вторник. Прямой эфир, Амкал, Матч ТВ. Вы знаете, что делать. Right now.